Продолжаем выпуск. ВВП Узбекистана за январь-сентябрь 2022 года вырос на 5,8%. В целом же экономика нашей страны по итогам 9 месяцев текущего года продолжает сохранять положительную динамику, несмотря на усилия внешних вызовов. Повышенная волатильность цен на глобальных товарных рынках, нарушение логистических цепочек поставок отражаются в виде ускорения инфляции в стране. По итогам трех кварталов во всех секторах экономики наблюдается рост производства.